если нет человеком обвал, не входить. Этот охотник явно социопат. Даже его дом кричит об этом. А что с деревом происходит? Почему оно словно сияет ангельским белым светом? Над этим домом охотника явно что-то происходит. Как мило он выстроил нам здесь мостик. А где звуки шлепания мокрой водички? Черт, походу зря кроссовки намочил. Вот, отлично. Все, я пробрался. Теперь главное не получить солью в жопу. Короче, нужно провести дистанционное расследование. Погнали! Как, я у стены? Сюрприз! Значит, дистанционное расследование буду проводить из-за забора. Особо опасный преступник спустился в подвал. Наблюдаю его. Он читает книгу. И он руками держится об невидимый стол. Чердак напоминает огромный скворечник. Залетать не хочу. И, кстати, здесь лопата. Полез я, короче, на чердак за лопатой. Я здесь, дрончик. Осталось только лопату схватить. Наверное, через верх. Опа. Еще раз через верх. Опа. Не зря на физкультуру ходил в школе. И вот моя лопатка. У охотника есть теплицы. Но фишка этих теплиц, знаешь, в чем заключается? Не то, что они маленькие по ростику, и ты не войдешь в них. В них тупо нет дверей. Как же он попадает в них? Просто приподнимает теплицу и заходит в нее. Лопату оставлю в лесу. На всякий пожарный. Потому что это же его лопата. Он может у меня ее отобрать, если поймает. Черт, меня впалили, в меня стреляют. Надо в лес бежать. В лес. Срочно в лес. Пора зайти внутрь и разобраться, чё кого. Колокольчик надо снять. Черт, он не снимается. Зря только в него потеребонькал. В этот раз войду через черный ход. Я захожу, он выходит. Четко сработано. Давай обшарим его дом. Это кетчуп или кровь чья-то? Я дико хочу зайти сюда. Вот сюда вот хочу, я видел тут медведя. О, карту держит. Грызун. О, буква В. Заберу ее. Она явно пригодится. Почему ты с ружьем ходишь дома? Он явно шизоидный чувак. Пока он там, я могу здесь ломануть дощечку. Дощечку врывается. Что это такое? Почему две дощечки, если тут одна была? Спрыгиваем. Ага. Сундук. Обожаю сундуки. Но, конечно же, я его так просто не вскрою. Нужен ключик. Где ключик? О, рубильник, я тебя хотел дернуть. Нет, я его вообще, в принципе, сдернул. Опаньки. Вставляем его сюда. Карту мне отдай. Спасибо. Я, кстати, еще кое-где букву видел. Ой, пока. Пока, до свидос. До свидос. Ку-ку. Я здесь. Ушел. Еще одну букву я видел вот здесь, на холодильнике. Кажется, ее можно взять. Нет, ее нельзя оторвать, но вот я спалился походу. Опа, бежим, бежим. Ё-моё. Обосрался, он в меня стрельнул. Ай, нет. Я все прозрал. Кроме карты. Карта у меня. Ух ты, нифига себе. Давненько я таких медвежьих капканов не видел. И это он на меня их ставит. Сейчас бы... Да как он-то меня... Я, короче, вот что понял. Что вот эта буква, она должна быть на холодильнике. А на холодильнике уже одна есть. И... Да, кажется... Да, я был прав. Мне нужно набрать еще F и C буковку. Посмотрим, что у него на втором этаже. На втором этаже есть карта. Есть карта. И у меня тоже есть часть карты. Нет, она не отсюда. Она явно не отсюда. Она... Хотя вроде подходит. Давай сваливай свой подвал. Мне нужно сюда залезть. Я понимаю, что это твой подвал. Ну и... Нужно же делиться. Так, кажется, он свалил. Ключик. Где же найти ключик от этого сундука? Здесь книга, сияющая красным, словно дьявольская какая-то чтива. Ножницы. Ножницы нам не нужны. У меня есть свои. Я со своими всегда хожу. Так. Что здесь можно подрезать? Я нашел, куда нужны ножницы. Конечно же, подушку пощикать. И что у нас тут? Это ключ от сундука. Наверное, я надеюсь на это.
Синючелла, ты меня ждешь? Я пришел к тебе не с пустыми ручками. Ох, блин! Этот ящик краски, он меня напугал. Уходим отсюда, уходим. Еще кусочек карты, он явно куда-то сюда должен вставать. Ага. Я не был у него в толчке. Здесь есть что-нибудь интересное? Обычный толчок. Уточка. Он с ней плавает или она мне пригодится? На, ну я могу с ней принять душ. Ну, в принципе, почему бы и нет? Отмойся от пота вонючего. Обычно еще в унитазах всякая дичь есть. О, я как знал. Буковка F. Здесь тоже кабан. О-о-о. Так, три кабана. Надо по всем пробежаться. Пока дед втыкает в дверь, я могу здесь спокойненько поковыряться. Повыдергиваю у него деревяшки, пока он там втыкает. О, в микроволновке карта есть. Ничего ж тебе, вот это да, как ее запустить? Есть! Чудесно. Ну и что, куда этот кусок карты втыкать? Сюда? Нет, он сюда не подходит. Тогда сюда давай. Я уже понимаю, где стоит крестик. Я пошел за лопатой. Я же ее где-то в лесу оставил. Вот она. Короче, на карте было показано, что где-то возле реки. Вот она река. Рядом с деревом. Может быть, вот это? Да! Это кажется... Ух ты, ё-моё. Так, подожди, давай-ка мы до конца все это дело откопаем. А как открыть-то тебя? Как тебе вскрыть, нужен код? А где этот сраный код найти? Слышь, дед, ты где заныкал код? Вот он этот пароль. 0186. И последнюю цифру можем угадать. Пойду подбирать. Блин, я не обратил внимания на цвета. А там были пимпочки цветные. Пошел опять. Вот они. Значит, 0 фиолетовый. 1 белая. 6 красная. 8 голубая. Зеленый нужно угадать. Все, выставлено. Теперь давай гадать над зеленым. Готово! Ух ты! А что ты открываешь? Ну, учитывая, что на ключе книга... Блин, ты уже тут? Ты до сих пор залепший или как? Я могу тут проскочить? Да, его колдырит, его колбасит. Он, походу, таблеток обожрался. Значит, книга. Ты поможешь мне? Нет, книга не поможет мне. Ты голову-то не сверни. Чё дело? Ух ты, я увидел его челюсти, кажется. Оу, да у тебя все свои зубы. Офигеть, я думал, у тебя вставные, даже язык есть. Шарики из орбит закатились. Короче, я думаю, что нам надо валить отсюда. Уже потемнело. Возможно, этот ключ вообще не отсюда. Какое издевательство над гномом. Они же хранители садов. А тут на него шланг повесили. На базе пусто. Нет никакой информейшн. Пойду посмотрю в небо. Вороны там. Сколько раз уже бегал напротив этого почтового ящика. И он мне так нравится, он такой красивый. Ну да, походу мне в музей. Значит, этот книжный ключик где-то должен подойти здесь. Здорово, усач. Может, на тачке покатаемся? Может, в камине сжечься? Не получается сгореть в этом чертовом камине. Если бы, конечно, я бы сгорел, сосед был бы тихо счастлив. Привет, мой милый друг. О, блин, я же еще бошку медведя не нашел. И сюда ключик еще нужен. А вот и картинка. Сосед в молодости загонял туда свою дочурку, видимо. Или, может быть, это другой сосед. Так, я тут где-то шесте... Ух ты, ё-моё, страшно-то как получилось. Я, пожалуй, пойду. Вот тут посижу. А я же сюда гирю как-то... Вот она, гиря стоит. Шестеренку я стырил. А где шестеренка, собственно говоря? У меня нет шестеренки. Только не говори, что мне заново игру перепроходить надо. Это, конечно, абзац жесткий. И сейчас перепроходить игру все придется. Ух ты. Куда это? Лазалка отличная. Пускай будет открыто. Кажется, тут можно взобраться вот по этим штукам. Вот так вот. Наверху, а что это тут у нас? Антенна! И куда ж мне эту антенну воткнуть? От телека вот провод идет. Куда-то на крышу. Похоже, мне тоже на крышу надо. Может быть, здесь? Ну-ка. Не получается здесь. О,
вышло. Чудно. И сейчас антенну я воткну. Тут, кстати, есть уже антенна. Вторую нужно было, да? Ну и ладненько, вот тебе вторая. И там что-то телек должен показывать, по всей видимости. Телек, ты там зафурычил? Блин, где? Кто? Как? Меня запалили. Телек, ты фурычишь или что? Черт, телек все равно не показывает. Что-то надо еще. Ух, как ты близко был. Смотри, как могу. Опа! Обдурил дурачка. Ну и что еще надо? Может тут поднастроить? А, поднять их надо, ё-моё. Эту вниз, эту вверх. Даже? Пойду погляжу теперь. О, что-то есть. Какая-то картинка проявилась, но плохая. Вот я тупица. Надо просто дрона позвать. Ой-ой-ой, что с дроном? Что случилось? Дрон поймал тупника. Короче, придется обойтись без дрона. Либо за ним возвращаться, но возвращаться мне так лень. А слушай, тут походу ничего настраивать-то не нужно. Он теперь пялит в этот телевизор. Во блин. Так, короче, у меня есть ключ. Вот этот ключ, куда он подойдет? У меня есть одна версия. Здесь закрыто, нужен гаечный ключ. Вон туда, он может подойти вот сюда. Наверное. Я же попробую. Да! Он отсюда. Обалденно. Здесь фотка охотника. С каким-то чувачком, а не на рыбалке. Снова сейф. В часах есть ответ. В часах, ясно. Вот эту штуку можно открыть вроде. Оу. Оу. Вот палец торчит, и мне нужно остановить возле пальца. Наверное. Еее, шестерня, отлично. Здесь можно проходик открыть. Обожаю тайники, просто тащусь от них. О, сосед, подожди-ка, я тут постою. Ладно, я пойду в другую сторону. Это что такое? А, это от тачки обломок. Ух ты ж, ё-моё, мне в гараж надо. Извините, я с автосервиса, мне нужно починить тачку. У вас тут есть убитая тачка, я туда бегу. Кажется, она вот здесь вот была. Ну-ка. Еще одна шестеренка, забираем. Простите, но здесь занято. Давай иду отсюда, это моя прятка. Значит, открываем. Вставляем. Блин, и последняя шестеренка, которую я просрал. Я слышу, как на чердаке кто-то ноет. Кажется, там ребенок заперт. Здесь есть кто? Эй! Что там происходит? Офигеть, он клетку там построил. Вот он, псих. Он держит в клетке ребенка. Попробуем забраться на дымоход. А, тут заперто. Через дымоход тоже не пробраться. Часы показали мне время. Я думаю, что это код. 11:35. Да! Соседа нет? Берем камеру. Ну, наконец-то ты вернулась. Вроде бы целая. Где это я? Не понял. Опять в музее, что ли? А чё так младно? Ой, монетка упала. Какая золотая. С яблоком. Ещё одно. Третье. О, она бьёт монетками. Что происходит? Какого чёлта? Она живая. Нет!